Знаете, что такое соревнование? Это, естественно, стресс. Не знали? Ну, это не я вам расскажу, это расскажет Павлов Павел Борисович. По одной простой причине. Соревнования хороши, но если вы не сможете обуздать свой стресс, то ничего хорошего не получится. А стресс крутой. Сотни тысяч болельщиков, и не всегда ваших. Это не стресс, это стресс. Выход на помосток. Это не стресс, это стресс. С ним бороться и побеждать. Вот в чем правило соревнований. Часто ли это происходит? Ну, по сути, у нормального тренера часто. Можно ли обуздать свой страх, свои эмоции? С этим лучше справляться, когда рядом родители. Вообще-то надо понять, для кого перчик работает? Для родителей. Нормальные папы, мамы, бабушки, дедушки, братья и сестры. Всегда с ним, и на тренировках, и вообще. Без родителя и сына или девочки что может получиться? Да, собственно, вы и сами все знаете. К сожалению, ни в школах и далее мы рядом стоять не будем, а жаль. Хотелось бы выдать те знания, которые нам выдавали с детства. Нет ни тяги к баранам всяким, а должное уважение к учителям, к истории и к науке. С этим сложно, но можно воспитать сына или дочку с тем стремлением жить, которое у некоторых из нас не отнять. Вот с этим мы и живем. А золотые медали просто здорово. Это то, что мы хотим. И это тоже наш результат.